Отечественная продюсерская компания Tiger Films приступила к съемкам кинокомедии «Такия». Идея фильма принадлежит генеральному директору кинопарк кинокомплекс «Сиатес» Алмазу Молдыбаеву. Создатели картины планируют завершить съемки за месяц. Ее выход на большие экраны ожидается весной будущего года. На съемочной площадке побывала и наша съемочная группа. Сюжет будущей кинокомедии «Такия» сказочный, с элементами драмы. В центре картины неудачник Иркын. Он не может найти работу, ему постоянно не везет. Однажды в наследство ему досталась тюбетейка деда, которая позволяет читать мысли женщин. Посыл моего героя для зрителей – никогда не сдавайтесь и не отчаивайтесь, если вдруг возникли трудности. Главное – надо ставить цели и верить в удачу. Роль супруги главного героя Жаннар исполнит Марьям Сатай. В ее фильмографии более 10 картин. Режиссер комедии лично пригласил ее на эту роль без каких-либо кастингов, говорит она. Сюжетная линия заинтересовала Марьям, и она согласилась без долгих раздумий. Мой персонаж – это беременная девушка, жена главного героя. Она, наверное, олицетворяет всех домохозяек, жен, которая должна показать, что нужно любить, несмотря ни на что. Роль второго плана, но очень яркую, исполнит известная казахстанская певица Айжан Нурмагомбетова. Создатели картины не ошиблись, выбрав ее. Она воплотит образ супруги богатого инвестора. На съемочной площадке Айжан уже успела сделать презентацию своих эпатажных костюмов. Было 3 цаугисера в этом фильме, тех вещей, которые я не выходила в них в свет. Я не знаю, ходит ли жена инвестора вот в таком виде. Я просто подумала, должна быть яркой. Создатели кинокомедии уверены, что невероятные события, которые разворачиваются в картине, могут полностью погрузить зрителя в происходящее. В широкий прокат она выйдет весной будущего года. Кырлыгаш Минаякова, Эдуард Кон, Хабар, Алматы.